День добрый, друзья. Сегодня у меня Galaxy S4. Замена дисплейного модуля. Так он выглядит. Тач, экран. Нижний шлейф, кнопки Home. Такой вот модуль в сборе, оригинальный. Цена таких модулей установки по Европе составляет порядка 150 евро. Сейчас мы с вами его быстро поменяем. Телефон включается. Вот. Экран не загорается. Вот она, видна трещина на самой матрице. Вот видите, лампочка загорела, звук появился. Итак, разбираем телефон. Снимаем все болты, которые находятся вот здесь сверху. Ставлю на паузу пока. Вот я раскрутил телефон. Снимаем батарейку. Далее отсоединяем заднюю панель. Чем-нибудь не сильно острым, чтобы не царапать каркас. Здесь еще одна защелка. Снимаем панель. Антенный кабель, разъем, шлейф кнопки Home. Далее вот этот металлический держатель гнезда зарядки соединяем. Далее снимаем нижний шлейф гнезда зарядки антенной. Плата крепится одним черным болтиком вот этим. Гнездо наушников, датчик, передняя камера. Соединили. Разъем модуля дисплейного. И таким образом снимаем плату с кабелем. Все это можно, конечно, отстегнуть, но предпочитаю снимать целиком. Виброзвонок. Раскручиваем гнездо наушников. Снимаем. Далее снимаем верхний динамик с датчиком. Он крепится вот таким металлическим, вот такой металлической рамкой к дисплейному модулю. Снимаем переднюю камеру. Вот вроде бы все. Осталась наклеечка. Переставляем все на новый модуль. Защитный пластик удаляем.
гнездо наушников, верхний динамик с датчиком на свое место, передняя камера, защелкиваем. Закручиваем гнездо наушников. Далее виброзвонок. Установили. Плату. Застегиваем разъем кнопки Home, металлическую рамку, держатель гнезда зарядки. Должна зайти в пазы. Укладываем кабель антенны. Застегиваем разъемы все. Болтик единственный черный, которым придерживается плата заднюю рамку. Кстати, экран не проверили, забыли проверить. Всегда проверяйте экран перед установкой. Включаем телефон. Закручиваем. Загружается телефон. И проверяем тач. Все это нужно делать перед сборкой, перед установкой нового дисплея. На тот случай, если вдруг новый модуль окажется нерабочим. Дабы не терять время. Все работает. Я вам скажу, очень большая редкость, чтобы дисплейные модуля вот на Galaxy 3, на Galaxy 4 не работали. Очень качественные, оригинальные, ну, соответствующая цена у них. Поэтому практически я не встречался с нерабочими. Но все равно лучше проверить вначале, дабы потом не было проблем. Кнопка Home, все работает. Всем спасибо за внимание. С вами был Дов. Это Galaxy S4. Предпоследняя модель на сегодняшний день. Повторю, цена такого модуля по Европе 150 евро на сегодняшний день. Всем спасибо за внимание и удачного дня.